Меня зовут Анатолий. My name is Anatoly. Я евангелист из Эстонии. I'm an evangelist from Estonia. Я еще и пастор. But I'm also a pastor. И мы приехали сюда. We came here today. На эту конференцию в Черкассе. We came to this conference in Черкассе. Черкассе. И это очень хорошее время. And it's a very good time for us. И Бог здесь дает нам откровение. God is giving us new revelations. Многие вещи. Many things. Они становятся более ясными. Become more clear. Более яркими. More bright. Потому что опыт. The experience служения Кевина, of ministry of Kevin, он имеет много положительных вещей. Contains very и то, что он прямо сегодня сказал, что то, до чего ты можешь доходить, achieve, тратя на это годы, spending many то years на этой конференции ты получаешь эти откровения. Бог подтверждает те вещи, которые ты получал, понимал, и где-то приходило сомнение. И здесь сегодня он просто утверждает эти вещи. И в сердце появляется больше дерзновения идти и служить Богу. To go forth and serve the Lord. Amen. Amen.